Всем вечер добрый. Сегодня продолжаем путешествовать по Скайриму. Будем воровать, убивать и путешествовать. Вчера, к сожалению, не вышло провести стрим, но я думаю, ничего. Я думаю, мы сегодня просто, может, посидим подольше, поэтому сегодня оправдаемся. Так, я хотя бы не сохранялась вчера там, где меня могут убить. Вроде... Ой, вчера, позавчера. Вроде нет. Так, приветики. У меня всегда самый страх, типа, если я там уже пару дней не играла, что я сохранилась там, где... Меня убить могут, вот. Так. Да-да-да. Тут кто-нибудь есть? Ой, подожди, здесь полицию не надо, походу. Ой, блядь. Господи, нафиг я это сделала? Так, загрузить. Я случайно. Я случайно. Меня уже заметили, я не... Я случайно, честно, я не ту кнопку нажала. Так. А как нам за ним проследить так, чтобы... Мне надо было его убивать или нет? Привет. Я что думала, что я здесь никого убивать не буду. Ну ладно. Да что такое? Что ж ты, блин? Да ты задолбал меня уже. Умирай давай. Победа за... Серьезно? Нифига себе. Так. Ага. Так. Теперь бежим. Вроде сейчас никого здесь нету. Да. Нехилую копеечку можно сломать. Ну я ж надеюсь, что мы все здесь обчистим. Понятно. Еще одна подружка.
боже, как же мне надо вкачать одноручное оружие. Ой, блин, серьезно? Я не думала, что меня будет с самого начала убивать. Ну ладно. Да, я помню, как крики. У меня, кстати, не тот крик стоит сейчас. Сейчас надо поменять крик, потому что у меня вроде бы... Да, у меня стремительный рывок стоит. Да у меня просто это оружие, типа, одноручное, оно ж вообще не вкачанное. Тут кто-нибудь есть? Значит, не показалось. Ты не доживёшь до завтра. Да блин! Побежали. Останавливайся давай. Боже, какое же у меня это невкачанное оружие вообще. Оно просто никудышнее. Умри, ладно. Я тебя сделаю. Да пошла в задницу, я не буду умирать. Блин, я сейчас просто отлечу здесь, я не хочу отлетать. От какой-то наемницы отлетать вообще не хочется. Так, факел, пусть она себе его оставит. Ладно, по весу еще можно было взять. Так. Кажется, если здесь будет так много всяких этих, мне проще переключиться на двуручный меч, чтобы просто не отлетать здесь. А иди ты в задницу, ой! Пора покончить с этой глупой игрой. Мужики, успокойтесь. Да господи, откуда вы все побрались вообще? О! Ладно, где мой двуручный меч? Я что? Я его выкрала. Ну, получается, придется лечиться. Напомните мне, пожалуйста, почему я выкладывала свой двуручный меч? Зачем, спрашивается? Ну, меня кто-то просил это делать? Нет. Ходила себе, нормально всех убивала. Б. Только подойди ко мне. Понятно, крик не поменяли.
Оно и не сохранилось, скажите, после того, как я эту убила в прошлый раз. Так, стоп, а у меня новый уровень есть уже или нету? Да, есть. Здоровье. Надо поправить, увеличить здоровье. Здоровье или запас сил? Наверное, здоровье. Мне здоровье очень надо. Колдовство, иллюзия, красноречие. Ковидность, легкая броня, стрельба. А, чем они? А, да, я не могу. И это не могу, а почему? Уже поздно. Зато у меня полное здоровье. Да? Что это было? Вуз? Куда ты уходишь, подружка? Задолбала. Пляж. Ну, выходить планируете, мужики? Я вас тут жду. Они не идут, что ли? Ладно, сама поднимусь. Думаешь, это достойно, Норман? Подожди, а где они? Посмотрим, что ты можешь. А, ну вот, поднимается. Мы же отсюда вроде спускались, разве нет? Настоящие норды! Не отступай! Ой! Я в отлете, да? Нет, еще не в отлете. Так, не умирай, пожалуйста. А что, мне показалось, да? Не отлетай, пожалуйста, я не хочу еще раз убивать. Да ляж ты, блин, уже! Я больше не буду выкладывать свой любимый меч. Да ну чё ж ты, задолбали вы уже меня! Чё не убиваете? Бесите! Стяни петлю, пожалуйста. Я тихо. Иди сюда. Глупой...
следа. Ишь, ладно. Ладно. Ой, все было доброе. Интересно, почему у меня так плохо, так быстро плохо? Беги сюда. Здесь места больше с тобой драться. Я выставлю твою голову на стене! Так, идем. Подожди, а почему он я сейчас отлетела? Я же только что зельем полечилась. Что это было? Это всадник. Скажи. Да блин. Думаешь, это достойно ноги? Убегаем. Люблю размять! Пусть! Те, кто его хранят сильнее, понятно. А я, походу, за слабое зелье запаса сил в прошлый раз использовала. Мне почему-то так кажется. Да ну блин! Когда так часто отлетаю в скрину. Да ладно, не бегаю, я законом тоже. Пора покончить с этой глупой игрой. Тоже ни следа. Да, я еще здесь. Мне здесь просто очень понравилось, и я не собираюсь отсюда никуда уходить, если ты не понял. Все, я камерой не трушу. Пора покончить с этой глупой игрой. Пусть бро! От меня не спрятаться! А что ты говоришь, это помогает? Мне это нифигапеньки не помогает. Я, блин, просто буду лечиться. Так, побегаю. Да они вообще не умирают у меня. Я не знаю, почему мне так тяжело. Идите в задницу. Лежать. Блин! Так я наносила! Я не знаю, почему мне тяжело. Хотя сейчас я попробую другой какой-то яд. Я наносила вроде бы на урон здоровью, урон магии, яд обморожения, слабый яд. Оно спротивник у нас
Друзья, а что у меня еще есть? Наемники, да что? Да блин, они сильные какие-то. О! Сейчас я вот это еще выпью. Так. Зелье защитника при блокировке. А, нет. Зелье воина. Одноручное оружие наносит на 20%. Вот. Раз. И регенерация. И вот еще здоровье. Урон. Я не знаю, они какие-то слишком сильные для меня. Иди сюда. Вот, жалко, что паралича нету, типа. Вот паралич классная штука. Мне нравится, когда она их парализует. Да блин. У нас, я не помню. Больше 10. Сейчас гляну. 13-й вроде какой-то. Навыки. Где тут? А, 15-й. Уже 15-й. А, кстати, а я могу их попробовать? Типа я сильнее не стала, а по уровню... Да блин, милый, куда ж ты бежишь-то? Что это было? Да, ну куда ж ты бегаешь? Оно вообще не попадает по ним, да? Понятно. О, попало. Так. А где они делись? Подожди. В смысле бесполезно? Ты хочешь сказать, что мы не справимся? Я хоть и долго мучаюсь, но рано или поздно у меня получится. Подожди. Я там... Место было бы. Есть супчик овощной. Блин, вот ходили бы они по одному еще, было бы вообще мне счастье. Но у меня их только два вроде бы, этих супчиков. Пора покончить с этой глупой игрой. Пуст! Подожди, чувак, не спеши. Зелье регенерации и зелье лечения. Отступаем! Почти. Сейчас этот сдохнет. Да пошел ты уже. Все. Минус один. Сейчас мы по-быстренькому сохранимся. Кинжал, да, тоже есть. Я тоже твоё сейчас вырву. Ты подожди, ты меня уже разозлить успел, уже. Подожди, а здесь... Здесь куда мне, вниз или вверх надо? А, мне вниз, походу, да, надо? Походу, да, вниз. Победа! Или Совенгард! Где бы оно торчит? Мне вниз надо, да? Стоп, нет, наверх получается. Так, стоп. Это нам куда? Вот туда вот? А,
Так, ее можно в гильдии отдать. Здесь есть какая-то карта или за какую? Ага. Тогда своровали. Ага, хорошо. Так, золото. В гильдии воров его вроде бы можно использовать. Так, что тут еще с Эриком? Может, ценного есть что-то? Ой. Ладно. Где мешок? А, вон. А, он не один. Я их как-то частенько провтыкаюсь. Провтыкаюсь чуть-чуть. Хлеб я съем. Да, спасибо. Спасибо. Куда она хочет, чтобы я сошла? Вниз? А? Где он? Я кого-то слышала только что. А, вот ты где! А ты где? Если ты меня видишь, то и я тебя должна видеть, по идее. А куда мне зайти надо? А, вот он. Пусть! Куда навыки? Где? Не навыки. Зелье. Короче, я же не помню все, но в каждом квесте гильдии есть спецпредметы, которые одни на всю игру. Их можно продавать Делвину во фляге, и они будут находиться на полочках, где стол Мэпса. Короче, почему я? Это плюшки для коллекции. Угу. У меня вопрос. Я вижу, что там есть дверь. А, вот. Подожди, нет. Здесь прохода нету. А где проход к ней? Кому бы я? Как мне туда пройти? Моим зрением я такого вот этим вот должен заниматься. Там прикол. Так. Нет, не забирала. Вроде бы не забирала. Ну, вот лестница вниз, правильно? Так, ладно. Вот лестница вниз. Но я не вижу, чтобы... Я же сюда... Как мне туда вот попасть? Подожди. Что там только что писалось? Да блин, залезь ты сюда. А, да? Настолько все закручено. Чтобы точно никто не зашел. Ой, я зашла. Ага, то есть мне его теперь убить нужно. Зашибись. А если я не хочу его убивать? Он мне ничего плохого не делал, как бы. Что это было? Сюда! Пусть! Это... ничего.
Подожди, откуда мне прилет? Так, не обязательно, есть вариант не убить, зашибись. Я здесь надолго сейчас застряну. Глупец может бороться со мной. Подожди. Должно быть сбежал. Ладно. Я хочу магию в одну руку взять. Разрушение. Понятно, еще залезла повыше, чтобы специально не попадать. Мне тут тяжело. Сильно помогла непрокачанная магия, да. И непрокачанное оружие мне сейчас очень помогает. Мне же никто не сказал, что Настя, тебе нужно качать оружие не здесь, а где-то в другом месте. На ком-то другом. Но мне же таких подсказок никто не давал. Поэтому я пошла сразу же в какую-то жопу с непрокачанным оружием. Понятно, кто мне урон наносил. Ай, блин. Если хочешь помочь, то помогай, я разрешаю. Если не хочу, мы здесь долго сидеть. Урон здоровью, яд обморожения. Скорее всего, да. Ай, блин, я еще эту фигню зацепила. Что это было? Да иди ты в задницу, мужик. Да-да-да, и ты тоже в отлет, быстренько. Я жить. Да почему? Ну я пытаюсь нажать, блин, эту кнопку. Я нажимала крик, почему она не орет на него? Ой, подожди. Я правильно взял или нет? Или как? Или наоборот? Нет, наоборот надо было взять. Что? Сейчас. Больше ни за что не пойду в эту вонючую тюрьму. Уже помру. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. О, сейчас она заорала. С третьего нажатия, блин, оно работает. Так. Я покажу тебе, как дерется настоящий. Ой, я не хочу умирать. Должно быть, сбежал.
королевская голова, железный кинжал. Вот, мы взяли. Откатили. Вот. Скорость, я увидела, что скорость быстрее. Время, чтобы заблудиться, дружище. Соберись, вот это вот играть редко, вот это вот очень. Да блин! Бесконечно. Молитва мне быстрее поможет. О, так. Так думаешь? Я не уверена в этом. Хорошо, сейчас попробуем еще так. Боже, я уже 40 минут, блин, умираю. А кроме того, что умираю, больше ничего сегодня не делаю. На голову можно не хвататься. Так, а где щит? У меня хоть один щит есть. Получиться нету. Получиться нет у меня щита, потому что я их не забирала. Подожди, в смысле? Оргазм. А если я сделаю под руку? Безумно. А он раз послушал. Нет. Они вечно сопротивляются. Что это было? Кто-нибудь есть? А! Боже, где оно? Где мое зелье здоровья?
Ой, сейчас умру. Так, не умираю, у нас зелье пища. Да блин, а почему оно не нажималось? Я нажимала сейчас все одновременно. Что это за прикол был? Просто сегодня решила поумирать. Весь стрим. Нет, мы сейчас сделаем по-другому. Мы зайдем. Как скилл-ру. Выходить мы будем вот так. А, вон там какая хрень. Надо прятать нож в сапоге. Что это было? Ой, я не успела. Сюда. Да все, 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 умерла у меня. Должно быть, сбежал. А как его второй раз? Оно видит только то, что у меня в одной руке. Ну, типа, во второй руке оно просто не видит почему-то. Смотри, если я беру оружие. Да все, все, не буду я. Зелье. О. Понятно. Вон здоровье. А теперь меняем оружие. А теперь делаем. Понятно. Понятно. Они отходят или блокируют, когда ты им бьёшь? Убийся, что они это делают. Так, сейчас у меня такой хрень надо. Да почему? Да ну это прикол какой-то, я нажимала, он просто стоит, меня бьет, типа игра ничего не видит, что я что-то делаю вообще. Сначала все-таки на две мерзкую голову нанесу зельем. Да. И нанесем зельем на это. А сильный удар это типа на кнопку. Так. Не, я просто не. Ой, подожди, а я что, невидимку все включила? Подожди, мне казалось, что у меня только что был этот. Ладно. Пусть.
блин, ну что ж такое? Ну почему не я успела? Хорошо, как мне его бить сильным ударом? Начинает меня так бить, то я не могу ничего сделать. У меня таких ударов нету почему-то. У них есть. Справедливости нет. Я так возмущалась, это капец. У меня когда что-то не получается, я очень сильно начинаю возмущаться. Подожди, а почему урон магии, если у вас здоровье? Теперь меняю. Мех скиллу, чтобы этот мелкий говнюк сдох. Мы убиваем мелкого, чтобы бороться только с одним. Тут кто-нибудь есть? Да почему? Ну я ж... Ё-моё, вы что прикалываетесь? Вот я же сейчас вот это. Столько меткости надо было выпить. Так. Потому что боюсь, да, я знаю. А я помню, что я всегда умираю, если я боюсь. Я помню это. Да, ну блин, ну серьезно, они опять вот это вот? Иди в задницу, чувак. Бесишь меня. Пожалею её. У нас вообще ничего не вкачано из того, что у нас сейчас имеется. Был какой-то... А подожди, так я ж только что поменяла, типа, что ты должна в руки взять. Ты что, Василиса совсем этот, тупая?
покончить с этой глупой игрой. А, да, у тебя изначально здоровье пошло по одному месту. Давай, я ж не против подсказок. Две тройки. Я чего только думал, гряди. Что это было? И точно. Был какой-то. Как его использовать? Подожди, а как его использовать? Ну и что? При мощности с центра источника. Ну то есть, типа, то же самое, типа, просто на кнопочке жать, я понял. Идея. Где мое зелье здоровья? Есть оно еще вообще или нет? Или я уже все выпила? Повышение. Бай, как повышается мое здоровье. Ну подожди, а как? Ну как? Оно не используется. Ну ладно, пусть умирает тогда. Ладно. Должно быть смешно. То есть изначально лучше попробовать. Сейчас. Хорошо. Сейчас попробуем. Ой, нафиг ты запас сел. Редактор
как она используется? По-моему, она ничего не делает. Ну, кто-то должен прийти. Это призыв какой-то. По-моему, никто не призывается. По-моему, нас надурили с этими свитками. А, да? Все. Подожди, а что теперь делать? Ой, я даже... Прикольно. Так, надо сохраниться. О чем мне вы говорили, что свитки это шляпа какая-то? Они ничего такие. Ой! Хорошо, что я сохранилась. А он что, ушел от меня этот? А, он типа недолго действует. Понятно. Задолбали меня уже. Не следа. А мне все-таки не очень, штука ненадежная. Но... Так, подожди, я здесь сохранилась. А он со мной не идет. Он говнюк, он со мной не ходит. Размечталась. Если придется, я тебя убью. Я порежу тебя на кусочки. Теперь ты поплачешь. Ну. Такова наша судьба. Он не мог нам долго помогать. Да ты задолбала, сдохни ты, скотина. И ты сдохни уже. Вы меня все уже бесите. Убиваете меня туда-сюда постоянно что-то. Я зайти в игру сегодня не успела. Не успела ничего начать делать, так они у меня убивают постоянно, вот это ходят. Следа. Да. Зомби? А где зомби? Где ты зомби видел у меня? В свитках еще? Оживляется обоими часа. Ну давай попробуем. Так. То есть это я просто продолбала свиток, или как это называется? Зомби я что просто не наблюдаю, как бы. Подожди. О.
Зараза, блин, такая. Мне же это никто не сказал. Да ты задолбала, подружка, ты успокоишься или... А, ну да, он начал быстрым ударом бить, я не могу. Должно быть, бежал. Ну ничего страшного, пусть хотя бы бандит будет с нами. Ой, не в ту сторону побежала. Сейчас мы его оживим. Ну я ж хотела попробовать эти свитки. Давай, давай. Работать пора. Так. Пошли, там работа ждет. Придурок. А ты куда? Дебил, чешо? Понятно. Вою я на Василиска сына. Пора закончиться! Поэтому он и шляпный. Я теперь поняла, почему он шляпный. Потому что он бестолочь. Сейчас мы бежим в другую сторону. А этот придурок типа вообще ничего не делает, да? Ага, он еще и стрелы бросать умеет. Прикольно. Да блин! Ну я ж нажала! Ну, я поняла, то есть надо сначала его поднять, быстренько спалиться, типа, и он, может быть, успеет хоть что-то сделать. Но это очень маленький шанс. Давай, давай, бандит, не очусь. Сейчас я их сагрю на себя. Да-да-да, спасибо большое. Давай, придурок, работай. Да я сейчас тебя тоже убью, подожди. Да ты задолбала, подружка ты. Да все, она сейчас отлетит у меня. Да ну беги ж ты, дура! Яблок поешь, еще их так много у тебя, супчика. Все, лежи. Ну, наконец. Я думала, это уже никогда не случится. Так, впереди этих придурков еще много или нет? Так, зелье силы. Здесь еще какое-то зелье было. Микстура силы. Сколько их там впереди еще? Можно... Подожди. А вот здесь вот что? Я же тоже вроде могу сюда пройти. Сейчас еще и пауки на меня нападут, да? Это что, ссыкать теперь выходить туда? Так, ну я же сохранилась. Ну да, сохранилась. Боже, это столько звуков. Я такое чувство, будто здесь очень много пауков.
Ой. Мне тут не нравится. Идти за мной не будет, да? Я не хочу на их территорию идти. Можно сюда ко мне по одному, пожалуйста? Да ну блин, ну вы что прикалываетесь вот этого? Здесь спокойно все. Так, это у нас что за кокончик висит? Пойдем дальше. Так, а вот здесь вот что-то есть? Нет, здесь походу пустота вообще. Ой, труп потрогать нельзя. А нет, стоп, еще куда-то дорога ведет. Сейчас лучше сохраниться. Наверх, ну ладно. Что это было? Еще одна выконченная стоит. Оружие. Номер скилл. Пятую точку тебе. Оружие меняем. Я зависть не твоей крови. Лежать ты собираешься или нет? Мы Все, лежи. А у меня что, плохие стрелы? Ну, если у меня плохие стрелы, значит их тем более нужно вперед выстрелять. Огненные, огненные стрелы я люблю. Так, сейчас мы еще раз сохранимся. Мы же не хотим еще умирать, правильно? Так, вроде пока никого не видно на горизонте. Так. А, огненный лук, стрелы плохие. Ну, а? Здесь... Ой, ты смотри. Значит, не показал. Ой, а шо, а как так быстро? Да. Ну ладно. Ой. Стальные или орки? Сейчас возьму. Мягкий лук, железные стрелы, железный кинжал. Вот, стальные стрелы. А, да, я не заметила. Ой. Молодец. Лучше просто. А теперь вылезти надо, да, аж фиг знает где, да? Ну да, я сейчас не вылезу здесь. Ой, боже, еще и ходить не умеет мой персонаж. Я же говорила, что он так. Подожди, а я яд не нанесла. Я чуть яд нанесу.
делать, что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в дубин. У меня мышка задела. Подожди, у меня с мышкой что-то. Подожди, у меня правая кнопка мышки не работает. Прикол. Так, надеюсь, это не надо. А, нет, всё. Всё, будет всё нормально. Боже, так тяну. Уже здорово, золотое лечение. Сильный-то. Так, сопротивление, повышение здоровья. Блин, сейчас офигею, если там дальше еще кто-то жестче будет. Похлебку. А, подожди, нахуй не похлебку. Да будет гораздо легче грабить. Давай, давай! Пища будет хавать у меня. А, меня еще какая-то фигня бьет. У меня соли нету, чтобы готовить что-то толковое. Если ты не помнишь. Чем? Я уверена, что у меня соли нету. А у меня же их нету. Нету. Подожди, а может у него... Что это было? Что на меня так смотришь? Успокойся, мужчина. Успокойся, мужчина! Это почему это я еще не лутаю по? Ой. Где мои стейки? Капустный суп. А где мои стейки? У меня стейки были. О. Я устала уже умирать. Я устала умирать. Я не знаю, что сегодня со мной. Я просто перехожу на локацию и умираю. Я устала умирать. Поэтому еда — мое спасение нынче. Так, и сейчас вроде бы здесь... Подожди, а это... Труп просто поплыл, да, типа? Вот, да. А, вон еще один придурок стоит. Так, оружие у нас.
А у меня что, болячки есть, думаешь? Это почему? Ладно, у меня есть лечение. Исцеление болячек. Все, я исцелилась. Должна была. Да, все. Пора покончить с этой глупой. Игрой. Бежим на мою территорию, мужик. Я выставлю твою голову на стене! Самая дурацкая локация. Я не знаю почему. Я на ней просто сегодня очень сильно отлетаю. Меня это очень бесит. Прям неадекватно сильно отлетаю. А что ж ты скажешь вот это вот? Да ты задолбал, мужик, ты чё, вообще, что ли, драться не собираешься?